скажи всем привет! Всем привет, Викуся! Викуся у нас... Ой, сейчас свалишься на бочок. Куда ты идешь? Куда? Куда идешь? Викуся у нас собрала чемодан. Вот это ее верхняя одежда будет на завтра. И вот смотрите, деловая. Чемодан себе собрала. Вот, пожалуйста. Мишечка какой холёсий, да? Ой, повалилась уже. Уже повалилась. Ей сегодня сделали прививочку, да, бусинка моя? Тебе прививочку сделали? Ну что, что, что? Что ты хочешь? Так, они на выходные, значит, с родителями она уезжает в Тоскану. Погуляет 2 дня. По холоду, да? Вот мы ей собрали тут теплые комбинезончики, курточки, да, Викусь? Да? Поедешь гулять? Да! Ой, какой Мишаня мягкий, да? Мишаня мягкий? Иди ко мне, иди сюда. Викуся, на, иди сюда. Пойдем. Ой, увлеклась Мишенькой. Такие мягкие лапки, да? Садись. А, во-во-во. Ну, это прям, ну да, хотя снежка. Очень теплый, очень нет, хороший. Нет, там все равно будет, наверное, где-то 20-18. А, нет, ну, ладно, нормально. Ну, нормально, да. Пусечка, ты куда идешь? Ты куда идешь? Садись, вот так садись. Сейчас возьму тебя. Так что, что вы там насобирали? А ну-ка. Мы насобирали прям по комплектами, да? Все, да, комплектом. Вот один комплект. Ой. Потеплее, поудобнее. Пижамки там. Да. Вот второй комплект. Комплект. Другая пижама потолще. Первый день, второй день, да? Да. Ну, прям. Тут пижамы, одеяло, полотенце и эти пеленочки. Салфеточки, да. Салфеточки. Молодцы. И запасная куртка. И запасная поедет курточка. Курточка. Да, поедет вот в этом жилетике, вот в этом комплектике. Кофточка, штанишки. Да. В общем, бьюти-отдел тут, да. И наша аптечка. Бьюти-отдел. Там у тебя еще... А, сегодня же еще ее башмачки придут. Вот туда. Да, кстати. Викуся, что такое? Стой, садись ровненько, дорогая, не надо пищать. Ты встать хочешь? Давай, вставай. О, и падай назад. Вставай. Ручка его здесь держись, она за мою хоть. Вот сюда, вот, и давай, вставай. Чтоб не ударилась. Ой, повалилась, осторожно, ей сзади больно голове. Как кукла-неваляшка, она еще полностью сама себя не держит. Да, Буся, все. Ура! Ты вавку сделала? Нет. Все. Пообедала Викуся, поела весь свой обед до конца. Ей первый раз дали сегодня шпинат, там вот с пастиной маленькой такой, как рисик маленький. И вот теперь они с мамочкой со своей наслаждаются с пустой тарелочкой. Сейчас мы ее должны уложить еще. Перед дорогой ждем, пока придет папа с работы в обед, и они отправляются в поездку. Ты тоже хочешь так сделать? Все. Милана, ты как будто на Северный полюс отправляешься. Я отправляюсь на холод. На Северный полюс. Сейчас оденем ее. У нее вот чемодан на двоих с мужем. Они тут и пальто, и куртки. Что только с собой не взяли. Викуси, что? Оденем. Она у нас пообедала, наша бусинка. И спит. Оденем. Сейчас проснется и оденем. Вот так что. Ждем, когда она проснется. Ciao, Vittorina! Vittorino! Ai, dov'è Vittorina? Sì. Vittorina! Vabbè, ha dormito benissimo.
Виктория уже готова к отправочке, да, Викусенька? Готова ты, да? Ну-ка, вот так встань. Вот так встань, вот так встань. Оп-оп-оп. Давай вот это уберем. Бабулину сумочку. А, вот так. Вот такая Викуся уже готова к отправочке, да? Вот. Где Викуся? Где Викуся? Викуся, ку-ку, чао. Ну, давай, скажи чао. Ой, смотри, какая у нас тыква. Ой, 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 ой. Вау, вот такая осень у нас. Осень, 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 тик-тик-тик-тик. Бусечка моя уезжает на 2 дня. Ладушки давай. Ладушки, ладушки, ты были. Тыквочка, тыквочка. А, тыквочка, тыквочка. До, до, до. Что такое? Вот какая у нас курточка холюсенькая, да? Смотри, какая у нас курточка. Вот так вот оденет Викусенька. Вот так, вот так, вот так. Ой, какая красивая. Ой-ой-ой, в образуйке. Ой, как красиво. Ты красивая? Ну-ка. Ой, какая красивая. Буся. А ну-ка вот так. Ой, это кто там? Это кто там? Кто это? Ку-ку, 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 ку-ку. Бусечка. Кто там? Папа? Где твой папа? Вау. Пока. Пока, 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 пока. Пока, 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 пока. Ой, Бусечка. Бусечка, бабуля будет скучать за тобой. Бабуля будет скучать за тобой, Махаль. Что? Что там? Что там? Что это? Что такое? Манеж там вон твой. Видишь, сколько игрушечек там? Что это такое все? Что? Кого ты слушаешь? Ай, вот она, вот она, вот она. Ся! Викуся, ты готова? Молодец! Она такая умничка, лишнего звука даже не издает. Так, все, мы уже выходим. Помогаем спускаться вниз. Все чемоданы уже Фердинанду отвез. Викуся, пока? Пойдем вниз? Пойдем? А, тебе не нравится, ей вообще не нравится. В лифте ей не нравится, да? Особенно, Викуся, такси. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Да, нет, сейчас выходим. Окей, окей. Выходим, смотри, выходим. Смотри. Ой, что такое? Все, выходи, дверь открывается. Оп. Давай, пошли, 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 моя хорошая. Пошли, пошли, моя Галюся, пошли. Ой, это она, Викусечка. Вот она, пошли, пошли, пошли. Дай бабуля тебе потелюет, бабуля. Да не бойся, сейчас они плетут. Тебя хочет, ты посмотри, посмотри. Пока, пока. Ну вот и все, дорогие мои. Проводила своих. Поехали они на 2 дня, ну, в общем, до воскресенья вечером приедут. На уикенд поехали в Тоскану отдохнуть, погулять, ребенку свежий воздух дать подышать. Вот, от жары в прохладу, в общем, поехали. У нас сегодня тоже жарко, 26 градусов, так что еду обратно домой. Так рано я еще не возвращалась домой от Милана никогда. Масиму сейчас скажет, что ты так рано приехала? Хотя я им сказала, что я сегодня буду рано. 3 часа у них будет дорога, и все, и они будут на месте. Я говорю, сообщайте мне каждую вашу остановочку. Конечно, буду переживать.
хоть они уже взрослые, хоть у них уже ребенок, но для нас они всегда остаются маленькими детками. А там еще одна маленькая детка как раз с ними вместе. Поэтому буду переживать вдвойне. Попросила ее, я говорю, если у тебя будет возможность, поснимай, пожалуйста, для нас тоже видео. Нам будет, девочки, правда, нам все вместе будет очень интересно погулять тоже по тем местам, где они будут находиться. Она говорит, да, конечно, я сама тоже подумала, если Викуся будет позволять это все снимать, то она, конечно, будет снимать. Так что ждем новых видео от Миланы, Фердинандо и Викули нашей. А я пока тогда с вами попрощаюсь, дорогие мои друзья. Желаю каждому из вас хорошего настроения, хорошего дня, у кого день, и спокойной ночи, у кого ночь уже. Увидимся в следующем видео. До новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.